Ну что ж, приветствую вас всех, дорогие друзья, меня зовут GamerCraft TV, ну и сегодня я расскажу, почему вы не можете зайти на какой-либо сервер в Arceus X. Естественно, вы уже понимаете, в чем проблема. Проблема в том, что Roblox обновляют, и пока что из-за этого вы никуда не можете зайти, это очевидно. Вы, наверное, подумали, что только у вас одна вот такая проблема, но нет, это у всех такая проблема, абсолютно у всех, и неизвестно, как она, когда она пофиксится. Ну, в ближайшие дни точно. Ну, давайте я расскажу немного о информации от разработчиков. Ну, разработчики утверждают, что Arceus X будет жить всегда под их руководством. Ну да, в принципе, по факту, так и сказано должно быть. Но хочу вас еще уведомить о том, что у меня есть в описании информация от самих разработчиков. Да-да, они мне его сказали, прикиньте, они мне написали. Ладно, шучу. Это сообщение из Дискорда разработчиков Arceus X. Да, ссылку сами ищите. В общем-то, у меня есть информация в описании, посмотрите, там подробно написано, что и как, что когда будет, то есть сообщение от самих разработчиков, да, если что, я перевел на русский, оригинал на английском и так далее. В общем-то, за информацию лайк тебе, подписка обязательно, и если что-то не понял, обязательно пересмотри этот видос, потому что, ну, просмотр это, конечно, нужная вещь, ну и для моего так-то говно канала, так что... подписка, лайк и всем удачи, всем пока, желаю всем удачи, да. Кстати, если вы напишите finger in S в комментариях, я вам скину 25 рублей, это конкурс, если вы досмотрели до сюда. Ладно, всем удачи, всем пока-пока.